Эта страна занимает третье место в списке самых недружественных России государств. В этой бывшей Советской Республике есть музей оккупации СССР. Здесь жители официально делятся на граждан и неграждан. Латвия. Сегодня мы взглянем на эту прибалтийскую страну с другой стороны. Мы откроем настоящую Латвию, где нас, путешественников, встречают не санкциями, а салом с горохом. У нас в гостях Артем и Евгения. Ребят, проходите. Ребята отправились в маленькое прибалтийское путешествие в Латвию, в Ригу. Ну, здрасте. Привет, привет. После такого представления страны резонный вопрос, как вас встретила Латвия? Не было пренебрежительных взглядов? Я бываю там достаточно часто, и за все это время, которое я там была, не было никогда какого-то негатива в мою сторону. Ну и вообще чувствую себя вроде с одной стороны как в Европе, потому что все чистенько, аккуратненько, с другой стороны, как дома, потому что встречаются и русские люди, ну, и здания советской постройки. Особенно на окраине, мне кажется, там вообще нефтяники. У вас путь такой неблизкий получился, везде двигались на поездах. Ну, это сначала Омск-Москва и Москва-Рига уже. 16 часов под стук колес. Плацкартный билет стоит около 6 тысяч рублей. На самолете, конечно, вдвое дороже. Mm-hmm. Если же предпочитаете экономить не время, а деньги, то есть вариант еще сесть на автобус. От Рижского вокзала, например, в Москве ходят регулярные автобусы до Риги. Также из Санкт-Петербурга есть автобусные рейсы. Вы в целях экономии выбрали поезда? Мы сэкономили, потому что тоже о билетах позаботились достаточно поздно. Ну и удобно ехать из Москвы в Ригу, потому что вечером садишься, ночью ты поспал, а утром уже в 9, по-моему, мы были 9, в Ригу. Да, как бы... Латвия – это все же Евросоюз, поэтому для въезда нужна шенгенская виза. А как проходили таможню? Были какие-то проблемы? Никаких не было проблем. У Артема. Теперь есть биометрические данные, как отпечатки пальцев. Когда мы проходили пограничный контроль. У них есть специальное устройство, куда она говорит, ну, поставьте пальчик. Я положила пальчик туда, она такая, давай еще раз, я еще раз. Давай другой. Давай мизинчик. Она уже потом просто забила, такая, ничего не получилось. Ну и мы с ней поговорили, она говорит, ну у девочек всегда такие проблемы, потому что они много чистят там с доместосом и прочей хлоркой. И она говорит, что вот отпечатки, они очень чувствительны к этому. Больше никогда не буду мыть посуду. Вот. Без перчаток. Дома, да. Я так понимаю, в Латвии уже не первый раз. Ну, Женя не первый раз, я первый раз приехала, да. Да, у меня там просто живут родители. Сэкономили на жилье. А тем, кому повезло меньше, у кого нет родственников в Латвии, могу сказать, что в Риге есть недорогие хостелы до 1000 рублей за ночь и даже дешевле 1000. Если останавливаться в отеле, то средняя цена за одну ночь в отеле 84 евро. В целом столица компактная, как Артем уже заметил, как и вся Латвия. Так что если даже вы поселились где-то на окраине, я думаю, это больших трудностей вообще никаких трудностей не будет. Тем более, что общественный транспорт ходит точно по расписанию, минуту в минуту. На каждой остановке висит объявление с номером автобуса или троллейбуса, когда он придет. Вот. Общественный транспорт вообще сходит с 5 утра до 11 вечера. Да, и выходные дни, и даже есть ночные автобусы. Да, есть. А такси дорого? Такси очень дорого. Мы брали такси от аэропорта до дома в 15 евро. Ну, там есть за что платить. Ты садишься в очень чистую машину, приятно пахнет, есть Wi-Fi обязательно. Вот, и у тебя таксометр, ты видишь, сколько ты уже накатал. Особенно интересно для туристов, конечно, Старая Рига, историческая часть города, где сохранились средневековые здания, это аж 13 век. С 80-х годов исторический центр считается городом-памятником. В конце 90-х это место было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ригу и старую, и современную вы успели посмотреть в своем путешествии. We'll be right back.
Югендстиль, немецкое название стиля модерн. В Риге более 800 зданий выполнены по его канонам. В архитектуре Югендстиль выражается насыщенно декорированными фасадами от формы оконных и дверных проемов до рельефов, скульптур, орнаментных линий, витражей. У нас в студии специальная гостья Алена. Алена Пожиленко. Алена, расскажи, что... взяла за основу своей картины. Мы тут за тобой подглядываем. Там пахнет краской, по крайней мере. Но я выбрала такой характерный пейзаж, который изображает как раз-таки архитектуру. Ну, пока еще рано судить. Будет достаточно яркие крыши, такие старинные домики и как бы присутствие воды. Ален, мы вас больше не отвлекаем. Да, удачи. А мы добавим несколько штрихов к портрету Риги прямо сейчас. Старинные замки, голубые озера, Балтийское море. В советское время Латвия была эксклюзивным местом отдыха. Тогда о путевке в латышскую Юрмалу, популярный город-курорт, мечтали больше, чем о путевке в советский Сочи. Здесь можно не только отдохнуть на пляже, растянувшемся на 32 километра, но и поправить здоровье в санаториях с грязевыми ваннами. Рига покоряет своим историческим центром, словно сошедшим со средневековых гравюр. В старой части города еще сохранились мощеные улочки, на которых жили представители одной из профессий, к примеру, пекари, сапожники или аптекари. Делит Ригу на две половинки река Западная Двина, по-латышски Даугава, шириной в полкилометра. Символ прибалтийской столицы – церковь Святого Петра в Риге. Первое упоминание об этом здании относится к 1209 году. Высота средневековой церкви – 123,5 метра. Из них 64,5 метра занимает шпиль. Нельзя приехать в Латвию и не побывать в средневековых замках. В 80 километрах от Риги расположен гордый красавец Рундальский дворец в стиле барокко. Национальная гордость Латвии. Самый дорогой билет обойдется в 7 евро. Сувениры, без которых нельзя вернуться из прибалтийской столицы, рижские конфеты и пряный черный бальзам. Здесь же можно купить настоящий янтарь. В Риге можно попробовать и фирменное латышское блюдо – кислые каши с добавлением сала или мяса. В ходу свинина и блюда из рыбы. Национальные деликатесы – домашний сыр, серый горох и ржаной хлеб. Хлеб добавляют даже в супы и десерты. Одна из самых зеленых стран мира. По-европейски аккуратная, по-прибалтийски интеллигентная, по-славянски гостеприимная. В эту страну нельзя не влюбиться. Латвия. Латвия по площади почти в 5 раз меньше Италии или Польши. Если сравнить с Омской областью, то получится, что на территории Омского региона могло бы с лихвой уместиться 2 Латвии. Всю страну можно исследовать, по идее, за несколько дней, хотя лукавлю, конечно. Я была в Латвии совсем недолго, но и сейчас не отказалась бы вернуться туда вновь. Что вы успели, чего не успели, вот зачем нужно вернуться? Латвия, как ты уже сказала, компактная, можно съездить там... Опять же, в Юрмалу там, и в другие районы там очень много интересных. Там заповедники есть и очень красивые густые леса. Там много живности всякой. Вот родители живут... Далеко от озера. Да, недалеко от озера, и они встречали диких кабанов. Смотрим, мама такая: ой, что-то такая собака большая. Я такая: нет, Таня, это не собака. Это кабан! Есть специальная служба, которая отлавливает кабанов, увозит их в безопасное место. Ну вот, Евросоюз, в общем. Кстати, насчет Евросоюза. Я когда была в Латвии, столкнулась с такой вещью, что вот если ты, например, в магазине у молодого продавца спрашиваешь там какие-то продукты, 50%, что он тебе не ответит по-русски. Ну, у молодых с этим проблема, конечно. Вот специального статуса у русского языка в Латвии нет. Это просто один из иностранных языков. Я на одной из остановок общественного транспорта в Латвии встретила вот такое объявление. Давайте попробуем прочитать вместе. Ты хочешь поровести? Ну, в принципе, все понятно. Да, в принципе, все понятно, но мне кажется, у нас даже двоечники так не пишут. Ну, это к слову о том, что молодое поколение уже, конечно, русский язык не изучает. На законодательном уровне русский язык давно уже в аутсайдерах. Все же в туристической индустрии трудности перевода между русскими и латышами не возникают. Для языка искусства вообще нет никаких законов и санкций. Не будем сейчас о грустном опыте последней Юрмали, там, где там кого-то куда-то не пустили. На рижских улочках всегда можно встретить интересные
известных уличных музыкантов. Их творчество создает особую атмосферу в городе. И вот вы одного из них встретили. Очень интересный персонаж, надо сказать. Которую он бьет, как я поняла. Я посмотрела вниз туда. Это, знаете, маленькие газовые баллончики есть. Ну, такие дачные. Как будто мы в космос куда-то попали. Там такой звук, акустика была. Мы долго стояли возле него. В европейских городах уличные артисты чуть ли не на каждом шагу. Это не только музыканты, певцы, это еще и мимы, акробаты, художники, фокусники. Туристы часто привозят фотки с ними. Мы собрали несколько видео, которые нам присылали наши телезрители, но которые до сих пор не входили в выпуски «Зеленого коридора». Вот и омская уличная пианино «Зеленого коридора», которую мы прозвали «Не баян», засветилась в нашей музыкальной подборке. Напоминаю, что сейчас пианино находится на заслуженном отдыхе. Надеюсь, следующим летом мы снова услышим «Не баян». А пока могу пригласить наших телезрителей посмотреть на другой арт-объект программы «Зеленый коридор». Это вязаная аллея в стиле ярнбомбинг. Уютное место находится там же, в парке 30-летия в ЛКСМ. Сейчас реклама. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Это программа о путешествиях «Зеленый коридор». Латвия. Именно здесь, в столице, в Риге, в начале 16 века была установлена первая рождественская елка. В 1937 году латыш Вальтер Цап изобрел первую в мире портативную видеокамеру. В Латвии находится самый широкий в Европе водопад – Кулдыга. Такая разная, удивительная Латвия. Сегодня путешествуем по степенному побережью Балтии вместе с Артемом и Женей Марковыми. Вот я тут сейчас разрозненные факты такие назвала, но вот... Все-таки то самое представление дает национальная кухня. Латыши в этом плане экстремалы. Селедка со сметаной и творогом. Попробовали, отведали? Ну, самую гадость нет, селедку не ели. Но хлеб на самом деле очень вкусный. Его там очень много разнообразного. Кисло-сладкий в том числе. Я пошла целенаправленно вот в ресторан национальной кухни, чтобы попробовать серый горох, которым они вот этим серым горохом очень гордятся. Но его не было. Я подумала, хорошо, что его не было. Еще, да, вот они вот любят. Значит, спрос на него разогнался. Да, на него очень большой спрос. А в Риге много ресторанов, где можно заказать блюда национальной кухни традиционной. Щи из кислой капусты с ребрышками, кровяная колбаса из дичи и яблок. Как звучит вообще неаппетитно, я любимая. Знаю. Скажите, какой средний чек в ресторане? Мы за четверых заплатили 28 евро. Заглянем на минутку в один из классических рижских ресторанов, где царит атмосфера настоящей латвийской деревни. Свети, свети, серый, свети, свети.
Вот если забыть о странных на наш вкус рецептах традиционной латышской кухни, то можно упомянуть действительно вкусные сувениры. Это сладости шоколадной фабрики «Лайма», известные на весь мир. А это свежайшие коровки с разными наполнителями, начинками. Вкуснятина. А какие сувениры еще можно привезти из Латвии? Вот что на память привезли вы? Бальзамбриски. Ну, здесь можно. Я как-то так растерялась. Я просто привезла подруге, она попросила пиво. Я привезла бутылку пива. На самом деле Латвия славится своими пивоварнями. Да, у них очень... старинные традиции пивоварения. Я, правда, ограничилась, когда была в Латвии, только магнитиком. Ну, такой вот прикольный магнитик. Можно прям на себя прицепить. Хочешь померить? Да, хочу. А недавно мне пришла от подруги открытка из Латвии. Кстати, оригинальный способ сделать подарок. Такой бюджетный, на самом деле, вариант. Сколько это? Ну, наверное, пару евро стоит. Зато очень приятно. Я читался уже по сувенирам. Вообще же туристы традиционно привозят украшения из янтаря, керамику, льняные скатерти. Но продолжаем разговор. В прошлом году Латвию посетило около 2 миллионов туристов. Статистика утверждает следующее. Количество российских путешественников снизилось на 40%, но тем не менее в общей массе россиян все равно больше, чем туристов из других стран. Быть в Латвии и не увидеть Балтийское море, в общем-то, легко, если не выезжать из Риги. Вы успели до побережья добраться? Юрмала, да? Да, мы успели до залива добраться, мы побывали в Юрмале. Приятно очень. Искупаться вам, конечно, уже не сезон. Искупаться, был, да, был не сезон. Ну, вдруг моржи, я же не знаю. А про море говорят, что, ну, хорошие пляжи, и море, в принципе, хорошее, очень теплое бывает. Еще один известный с советских времен латвийский морской курорт – это город Лиепая. О нем расскажу. Есть в Латвии и маленькая Рига – Лиепая, стоящая на берегу Балтийского моря. Латыши прозвали этот город местом, где рождается ветер. Возраст Лиепаи почтенный – более 750 лет. Сейчас это крупный портовый город, третий по числу жителей в Латвии. Через городские улицы тянется линия электрического трамвая, между прочим, старейшая в Балтии. Но лучше любоваться красотами Лиепая, гуляя по старым мостовым. Пеший маршрут знакомит с основными достопримечательностями города, среди которых старейшая церковь Святой Анны и крупнейший собор Святого Язепа. Один из самых больших православных храмов во всей Латвии – Морской собор Святого Николая Чудотворца. На его торжественном открытии присутствовала вся императорская семья, а в основании здания есть камень, заложенный самим Николаем II. В советское время здание сильно пострадало. Здесь оборудовали кинотеатр и даже спортивный зал. Только в 1994 году собор снова вернули верующим. Этот храм находится в Карусте, пригороде Лиепаи. Треть площади Карусты занимает военный порт. В начале 19 века здесь находилась база военного флота Российской империи. Сейчас это место уникально с культурной и архитектурной точек зрения. Одновременно со строительством канала в военном городке Карусты стали возводиться молы и волнорезы. Вот это северный мол. Его длина составляет около 2 километра. И на его создание ушло почти 2 года. Отсюда открывается отличный вид на Лиепайский порт и Балтийское море. Лиепая – место туристического вдохновения, тишины и покоя. Вот мы весь выпуск говорим о россиянах в Латвии, а ведь в России есть свои латыши. Еще с начала 90-х годов в крупных городах России существуют латышские культурные общества. В Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске, Магадане, Смоленске, Пскове и в Омске.
У Омской области намного больше общего с Латвией, чем многие могут себе представить. Здесь проживает больше 2000 латышей. Прежде они жили в местечке Ныца, недалеко от Лиепаи. В Сибири искали места, напоминающие им латышскую землю. Нашли. В Тарском районе современной Омской области. Правда, море здесь им заменила бескрайняя тайга. А как вы думаете, как может называться такая латышская деревня в Омской области? Не знаю. А есть хотя бы на какую букву? На Б. На Б. А вторая? Называется она Бобровка. Вот кто бы мог подумать. Оригиналы. Латышские мотивы в таежной омской деревне никого не удивляют. Жители поют хором народные прибалтийские песни. «Горячая пора», «Праздник солнца и плодородия». Здесь можно узнать об исконных латышских традициях и даже принять участие в народных гуляниях. Один из самых популярных праздников – это праздник Лига. На него традиционно жгут костры трехметровые, в два человеческих роста и даже выше. По преданию, нужно бросить пучок сена в костер, и тогда все плохое, что было у тебя в этом году, сгорит. Идею сделать такие качели сибирские латыши привезли, откуда бы вы думали, конечно, из Риги. Крылатые латышские качели. Для латышей Лиго – то же, что для славян Иван Купала. Не единственный праздник, который отмечают сибирские прибалты. Традиции, которые предки нынешних жителей Бобровки привезли с собой из Латвии на рубеже 19-20 веков, здесь соблюдают и теперь. Вот в гости, когда из Латвии приезжают, они говорят, едем через вашу огромную Россию, все, едем, и приезжаем в вашу Бобровку, говорит, и окунаемся, говорит, в такую же атмосферу, как Латвия, говорит, и все так удивляются, говорит, ну, вы здесь сохранили вот этот, еще не такие слова, что уже в Латвии они не используются, и открытость характера у нас такая, добродушие, гостеприимство. В Бобровке очень обижаются, когда их предков называют ссыльными. Эту деревню основали добровольные переселенцы. Деды и прадеды бобровцев ехали в сибирскую глубинку вольно жить и честно трудиться. Основали национальные хутора, обзавелись хозяйством, как дома у берегов Балтийского моря. Деревня Бобровка, или как ее называют местные жители, латыши, Аукшбебри. Совершить путешествие в сибирскую Латвию значит почувствовать себя настоящим прибалтом. Здесь туристов и в национальный костюм оденут, и традиционными блюдами угостят. В шутку говорят, что Лигу – праздник сыра и пива. Что посеешь, то и пожнешь. Сибирские латыши готовят из того, что вырастили в своем огороде. Фирменные угощения – сыр с тмином, пирожки со шпиком, пирог с ревенем и тягучее домашнее пиво. Еще у латышей очень популярны десерты различные и популярны из молочных продуктов. Вот этот десерт, он из сметаны с желатином, а начинка там ягоды. Ну, вообще начинки могут быть разные. Вот такой называется, ну как мы называем его, птичье молоко. Ягоды это местные, мы собираем. Тут и земляника, и черника у нас, и брусника. Ну все, малина растет. Леса и болота. Вот как встретила латышей век назад Сибирь. С суровым климатом справились, землю засеяли. Какая чистота. Ну, вот это по-европейски. Ну и то, что везде стоят велосипеды, это мне тоже кажется у них от Европы. Туристы в Бобровку приезжают по большим праздникам, как говорится. Далеко, от Омска до Тары и дальше в тайгу часов 6 в пути, не меньше. Это больше, чем до самой Риги, если добираться на самолете. Но в Аукшбебри гостей ждут. Недавно сувенирную лавку открыли. Ассортимент сплошь хендмейд. Это умелец делает в соседней деревне. Мы ему как бы заказываем. Он, вот латышская надпись «Аукшбебри». Написали специально для туристов, которые приезжают в гости к нам. Так вот перевести никто даже не поймет. Это где-то я была. Бобровка в Тарском районе – одна из четырех деревень России, где на родном латышском говорят и взрослые, и дети. Мы сибирские латыши, так что родина у нас здесь. Здесь все родственники, родители и сестры. Мы уже
Я четвертое поколение латышей, которые здесь живут, а дети наши уже пятое поколение. Так что наша родина здесь, в маленькой Латвии. Латыши с сибирским характером. Гостеприимная, уютная деревня. Здесь где-то 50 дворов. Латышская Аукшбебри, русская Бобровка. Ну вот, если путешествие в европейскую Латвию не по карману, можно вот в сибирскую Латвию съездить. Там, кстати говоря, по-моему, гостевой дом строится. Ну, так что будет где остановиться. В Омской области. Я привезла оттуда, вот видели, да? Да, Аукш. Аукшбебри. Ну ты же почти латышка, должна нормально читать. По-латышски. Аукшбебри. Тем временем наша Рига, Рига зеленого коридора, от художницы Алены Пожиленко уже готова предстать во всей красе. Давайте посмотрим. Ну классно, это вот панорама сверху, да? Вот так за полчаса эфира вырос целый город. Ну, я постаралась быстро, конечно, так изобразить, передать, наверное, основной колорит. Вот эта набережная Даугавы, Даугава они называют то, что мы привыкли называть Двина. Вы не забирались наверх? Там же есть еще панорамные экскурсии, не смотрели? Нет, что-то как-то не довелось. Ну вот. Вот забрались. Вот, смотрите. Алена, спасибо большое, что приняла участие в нашей программе. Сейчас подарки буду спасибо всем дарить. Спасибо большое вам. У нас тоже есть для тебя подарок. Это кот. Они очень любят котов. Алена, тебе, как обещала, шапка. О, спасибо. Не мерзни на зимних пленэрах. Сегодня мы рассказали вам о дружелюбной, а не агрессивной, туристической, а не закрытой для путешественников Латвии. А через неделю ждем в студии путешественника, который специально ради зеленого коридора приедет к нам из Екатеринбурга, чтобы научить работать веслами. Телезрителям хочу напомнить про нашу группу ВКонтакте, куда мы выкладываем все выпуски «Зеленого коридора». В ней же каждый день можно найти интересные факты о путешествиях и разных уголках мира. Теперь увидимся через неделю в «Зеленом коридоре».